Над Вашингтоном, округ Колумбия, бушует снежный шторм, когда в воздух поднимается самолет, совершающий обычный рейс на Флориду. Внезапно самолет начинает трясти. Спустя 24 секунды он обрушивается на оживленную автостраду моста и падает в ледяную реку под ним. Погибает 78 человек, и начинаются отчаянные попытки спасти уцелевших. Почему обычный рейс закончился одной из самых страшных катастроф в истории авиации? Теперь команде экспертов предстоит разобраться в том, что стало причиной падения рейса 90 компании Air Florida. Катастрофы не происходят сами по себе. Они являются следствием цепи событий. Чтобы найти улики, надо вернуться к тем последним секундам до катастрофы. Секунды до катастрофы. Этот человек остался в живых после падения самолета. Сейчас, когда самолет тонет, он должен еще раз обмануть смерть. Авиакатастрофа в Вашингтоне. Соединенные Штаты. Вашингтон. Округ Колумбия. 13 января 1982 года. 12:30 дня. Джо Стайли, руководитель большой телекоммуникационной компании, прибывает в Вашингтонский национальный аэропорт со своей секретаршей Ники Фелч. Джо и Ники отправляются в деловую поездку в Тампу, штата Флорида. Они должны вылететь рейсом 90 компании Air Florida в 2:15 дня. Перелеты составляют большую часть жизни Джо. Он бывший военный пилот, и в его работу входят регулярные поездки по всему миру. В те дни я садился на 737 и куда-то летал один или два раза в неделю. Для меня это было обычным делом, то, чем я занимался в тот день. Но погода была далека от обычной. Вашингтон переживал одну из самых ужасных зим за многие десятилетия. Температура падает до минус 4 по Цельсию по мере того, как бушует снежная буря. Ники определенно не терпелась попасть туда, где было теплее. Она сказала: «Я купила купальник, а ты?» А я даже забыл положить свой в багаж. Вашингтонский национальный аэропорт находится всего в 5 километрах от Капитолийского холма на берегу реки Потомак. Это главный транзитный узел для рейсов из разных концов Америки и Канады. В обычный день здесь приземляется более 400 самолетов. Но сегодня аэропорту с трудом удается продолжать работу в такой сильный снегопад. 1:38 дня. Все рейсы задерживаются до того времени, пока снегоуборочные машины не расчистят взлетно-посадочные полосы. Предположительно, эта операция займет 1 час. В связи с плохими погодными условиями все рейсы задерживаются по крайней мере на час, пока снег не будет убран со взлетно-посадочных полос. У 12-го выхода на посадку на рейс 90 компании Air Florida Boeing 737 тоже задерживается с вылетом. Кажется, что с каждым годом все становится хуже и хуже. Да, я знаю. Я умею справляться с дождем, но это снег. Капитану Лэри Винтону 34, у него жена и двое детей. Роджеру Петиту, его второму пилоту, всего 31. Он бывший пилот истребителя военно-воздушных сил США с отличным послужным списком. Но они оба летают на 737-м менее 3 лет. В 2 часа дня начинается посадка на рейс 90 с опозданием на 20 минут. На этом 2-часовом рейсе в Тампу самолет будет заполнен немного больше, чем наполовину. Здесь 71 взрослый пассажир и 3 маленьких детей. Многим помогает сесть на борт 22-летняя стюардесса Келли Данкен. Для нее это работа, осуществившаяся мечта.
Мне нравилась моя жизнь стюардессы. Куда бы я ни шла в своей униформе, люди всегда обращали на нее внимание. Это было то, чем я гордилась и что мне действительно нравилось делать. Рядом с Джо и Ники расположилась Присцилла Тирадо, ее двухмесячный сын Джейсон и муж Хосе. Они перебирались во Флориду, где Хосе нашел работу в строительной компании. 2:20 дня. Капитан Витон ожидает, что аэропорт вот-вот должен возобновить свою работу. Он отдает приказ наземной команде устранить обледенение 737-го. Хорошо, ребята, можете приступать. Это обычная процедура удаления снега и льда с самолета перед взлетом. Но еще несколько отсрочек задерживают рейс 90 у 12-х ворот еще на час. Расчистка взлетно-посадочных полос потребовала больше времени, чем ожидалось, а затем надо было ждать своей очереди среди других задержанных рейсов. Находящимся на борту не остается ничего другого, как ждать, а снаружи продолжается снежный шторм. Я видел, как снег облепил самолет со всех сторон. Все то время, что мы находились на борту, шел снег. Когда поступило разрешение отойти от ворот, последовала еще одна задержка. Лед на летном поле затрудняет движение 737-го. Мы слишком тяжелы для этого льда. Капитан Витон решает исправить положение с помощью реверсной тяги двигателей. Так, ребята, я хочу немного подтолкнуть его. Уверен? Не волнуйся, все будет в порядке. 3:35 дня. Рейс 90 начинает двигаться к взлетной полосе, отставая от расписания на 1:20. Стюардесса Келли Данкен чувствует облегчение. Когда мы наконец начали двигаться к взлетной полосе, я радовалась тому, что наконец мы полетим. Уитон и Петтит проверяют контрольный лист перед взлетом. Очистка от обледенения сделана, вспомогательные двигательные установки в порядке. Затем рейс 90 останавливается за другими самолетами в очереди на взлет. Выходы у окон в центре и двух передних дверей. Черт, как плохо. Кажется, я еще не видел такого снегопада. Привязные ремни освобождаются таким образом. Оба пилота видят снег на крыльях самолета. Петтит обеспокоен этим. Знаешь, прошло уже много времени с тех пор, как нас очищали ото льда. 3:59, рейс 90 получает разрешение на взлет. Рейс 90 занять позицию на взлет. Стюардессы, пожалуйста, займите свои места. В хвостовой части самолета Келли Данкен застегивает привязные ремни. Джо Стайли, Ники Фелч и Присцилла Тирадо находятся всего в нескольких метрах от нее. 3:59:45. Тяга. 737-й начинает движение по взлетной полосе. Секунды спустя показания силы тяги подпрыгивают намного выше заданного уровня для взлета. Ого, боже мой, посмотри, что-то не так, верно? Петтит реагирует, немного снижая тягу, но теперь достижение взлетной скорости в 144 узла занимает больше времени, чем обычно. Что-то не так. В кабине пилота приборы давали странные показания. 120. Джо Стайли встревожен. Это я привык, летая на 737-м каждую неделю. Движение по взлетной полосе было похоже на езду по захолустной дороге, полный выбоин. Наконец, рейс 90 набирает взлетную скорость и отрывается от земли. Взлетели. Внезапно нос самолета резко задирается вверх, и его начинает трясти. В кабине сигнал тревоги предупреждает пилотов о том, что самолет собирается прекратить движение. У них есть секунды на какие-то действия, или 46-тонный самолет и 79 пассажиров на его борту упадут вниз. Задравшийся вверх нос самолета создает слишком много сопротивления, и самолет теряет скорость стремительно. Спокойно. Все, что нам нужно, это 500. Если скорость 737-го слишком снизится, то он остановится, а затем просто упадет вниз. Капитан отдает приказ второму пилоту, Петтиту, опустить нос самолета движением ручки рулевого управления вперед. Вперед, вперед!
но он не может опустить нос слишком сильно, иначе самолет не будет лететь. Давай, поднимайся. Так как тряска усиливается, бывший пилот Джо Стайли начинает подозревать самое худшее. Я ясно помню, как сказал, как, черт возьми, выбраться из этого самолета. И понимая, что уже слишком поздно, я прощался с жизнью. Через 12 секунд после взлета рейс 90 пролетел расстояние в 1 километр. Впереди, в 500 метрах оттуда, сильный снег на мосту 14-й улицы через реку Потомак. Строительный рабочий Мэрион Грант-младший находится на пролете моста, идущем в северном направлении. Его грузовик почти не продвинулся вперед за 15 минут. Движение остановилось, сидишь без движения 3 минуты, затем передвигаешься на 5 футов, потом еще на 5. 4 часа 53 секунды. На высоте почти в 107 метров самолет внезапно прекращает движение вверх и начинает падать. Капитан Виттон жмет на рычаг управления для максимальной тяги. Но слишком поздно. Люди на мосту 14-й улицы слышат шум реактивного двигателя. Мы падаем. Лэри, мы идем вниз. Лэри, я знаю. Джо Стайли теряет сознание, когда корпус самолета раскалывается на 4 части. Я помню, как начал терять сознание, и помню, как сказал себе: «Боже, помоги мне». Самолет переворачивает грузовик Мэриона, словно игрушку, но он выбирается из нее живым. На мосту была кровавая бойня. Я увидел раздавленного насмерть парня, затем еще одного, у которого, казалось, была отрезана голова. К Джо Стайли возвращается сознание. Его кости сломаны в 67 местах. Но у него сейчас есть всего секунды, чтобы обмануть смерть во второй раз. Вода как раз стала заливаться мне в нос, она поднималась очень быстро. Мне казалось, что потребовалась вечность, чтобы освободить ноги из-под свалившихся сидений, и я протянул руку, чтобы помочь Никки освободиться. Добравшись до хвостовой части самолета, я понял, что свободен, потому что внезапно увидел луч света в воде, и тогда понял, что выбрался из самолета и стал всплывать. Потрясенные свидетели собираются на мосту. Телеоператор делает эту видеозапись всего минуты спустя. Весь самолет, кроме хвостовой части, исчез. Джо и Никки добрались до этого островка из обломков вместе с еще четырьмя спасшимися. Молодая мать Присцилла Тирадо – одна из них. Еще одна стюардесса – Келли Данкен. Она вспоминает: «Я не помню, что почувствовала в тот момент. Помню, что сидела в тепле в кресле самолета, а в следующую секунду оказалась в холодной воде». Температура воды всего на 1 градус выше нуля. Человеческое тело может выжить в таких условиях не больше 30 минут. Холод вызывал боль. Было такое ощущение, будто в тебя вонзались острия ножей. Машины скорой помощи прибывают уже минуты спустя. Но их надувные лодки не могут пробиться сквозь лед. Это страшный удар для Келли. Я чувствовала, что теряю надежду. Я думала, что таким образом умру. Но я не чувствовала, что готова умереть.